Брабус приготовил суперпикап на базе нового G-класса. В линейке самого Мерседеса пока нет версии с такими возможностями. Экстремальная новинка сделана из серийного внедорожника Mercedes AMG. Правда, мастера Брабуса перевели исходный G63 на портальные мосты, поэтому на каждом колесе теперь стоит по бортовому редуктору. В результате дорожный просвет был увеличен практически до полуметра. Увеличенная колея и дополнительный обвес добавили 12 сантиметров ширины. Чтобы создать хоть сколько-нибудь вместительный пикап, колесную базу пришлось нарастить на полметра, сохранив при этом прочность рамы. Попутно авторы необычного гелика увеличили задний свес, так что общая длина стала больше почти на 70 сантиметров. В грузовом отсеке, отделанном углепластиком, оборудована взлетно-посадочная площадка для квадрокоптера. Компания сразу предлагает заказать летательный аппарат, который может набирать скорость до 240 км в час и удаляться от Брабуса на 120 км. Но нас больше интересуют характеристики машины. 4-литровый битурбомотор V8 форсирован до 800 сил, что обеспечило поистине ураганную динамику. Полноприводный монстр при разгоне до сотни уверенно выезжает из 5 секунд. Такой Брабус уже можно заказать. Правда, цены, дабы гарантировать покупателям нужную редкость, вчетверо превышают стоимость исходного Мерседеса G63. Но есть еще более дорогой вариант за 666 тысяч евро. Его отличает множество опций и тот самый быстро летающий дрон.